Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о фронте и о ситуации в Авдеевке. Авдеевское сражение продолжается, Авдеевская мясорубка, в которую это превратилось для россиян. Ну и ситуация там реально непростая. Хотя россиянам приходится переносить сроки своих победных реляций. И Путин уже не раз приезжал в Ростов по Авдеевке. И все, пока результата нет. В общем, сейчас будут уникальные кадры и разбор ситуации. Там это важная ситуация и самая горячая точка на фронте сегодня. А вы, друзья, не забудьте подписаться на канал, если вдруг не подписаны. Проверьте свою подписку, чтобы она у вас случайно не пропала. К сожалению, у людей такое бывает. Пишите в комментариях, что вы думаете. И пишите в комментариях, где вы увидели это видео и как давно вы подписаны. Для меня это важная информация. Ну и шерьте, пожалуйста, это видео. Итак начинаем авдеевка Ключевое, ключевая точка самая горячая точка сегодня э, на линии фронта россия 10 октября начала там штурм штурм наших позиций в попытке захватить наконец-то авдеевку вообще это уже скоро будет 10 лет как россия штурмует авдеевку этот штурм начался с 2014 года но никак они не могут ее взять фактически авдеевка это пригород донецка маленький городок, пригород Донецка, и в этом стратегическое значение Авдеевки, потому что из Авдеевки можно контролировать фактически логистику в самом Донецке, и это создает серьезные проблемы оккупантам, и поэтому они так отчаянно пытаются выбить Украину и украинские войска из этих, ну, таких стратегической точки что же у них получается. Ну, планы у них были громадье. Вот они там собирались, как пишут их же военкоры, собирались там за неделю-две взять Авдеевку. Но все пошло не так, и, пошла мясорубка. Посмотрите, пример, пост номер один. Идем, держим кулаки, пост номер два. Уже тут все плохо, умираем. Но Россия не останавливается, и хотя там действительно им не удалось захватить Авдеевку так быстро, как им они надеялись, они продолжают концентрировать усилия, артиллерия, авиация и главная живая сила и кидают, и кидают, и кидают ее. Последние новости у россиян есть определенные успехи к северу от Авдеевки. А идут бои в районе Степового. Посмотрите обзор Deep State последний на эту тему кусочек. Сьогодні почнемо з найгарячішої точки на фронті Авдіївка. Зокрема, на півночі ворог продовжує свій тиск та має деякі успіхи в районі Степового. Зараз ми можемо побачити ці зміни на мапі, вони є суттєвими за останній час. Декілька днів назад ворог зміг добратися до перших будинків села, але сили оборони зустріли ворога артилерійським вогнем та вибили його звідти. на нашій більш детальнішій мапі закритого функціоналу можна побачити, звідки лізе ворог, звідки намагається просунутися в село. Але поки що успіху закріпитися там немає. Ці дії показують, що вони намагаються перейти на іншу сторону залізниці, а також, якщо вже була спроба зайти в степове, значить вона неодмінно повториться. Продовжується тиск в район заводу, ворог намагається зайти на територію, але безуспішно. Також ворог продовжує тиск в бік Новокалинового. Ця тактика постійного штурму, постійного використання піхоти можлива тільки тоді, коли цю піхоту абсолютно не шкода, і вона, на жаль, може дати плоди, коли ворог знайде слабке місце в обороні. До речі, таку тактику ПВК Вагнер використовувало в Бахмуті. Ну а что же является ключевой точкой обороны Авдеевки? Это Авдеевский коксахим, коксахимический завод. Он занимает там, собственно, такую высоту, и к нему они рвутся, лезут со всех сторон, но зайти в него не могут. И вот вчера вечером появились новые видео, которые подтверждают, как сахим в руках Украины. Посмотрите. Как Сахим, друзья, это ключ и ключевая точка. Пока как Сахим в руках Украины, ситуация не критическая и сохраняет Украина и пути снабжения через тоже Ласточкина и ключевую высоту как и главные позиции как минимум пока под контролем Украины, а Россия просто в этой мясорубке теряет колоссальные несет колоссальные потери, уже речь идет о порядка 10 тысячах погибших во время этого штурма, начиная с 10 октября. Послушайте, как об этом рассказывает Майк Наки. Если Россия сможет захватить коксохимический завод, вот тогда ситуация станет э, критической и станет напоминать Бахмут. На данном этапе Бахмут она пока не напоминает. На данном этапе мы видим, что Россия тратит огромное количество ресурсов для того, чтобы там продвигаться. А будет ли Россия считать в дальнейшем все случившееся успехом или нет, зависит от результата. Если удастся Авдеевку взять, как в свое время удалось взять Бахмут, то Россия будет рассказывать, что это невероятная победа. Хотя Бахмут с точки зрения военной взятия Бахмута российской страны успехом большим не является, потому что большое количество людей было на это положено. И единственное, наверное, что здесь как-то может да, на российскую чашу весов там, положить какой-нибудь дополнительный камешек, что украинская сторона там тоже потеряла немало. Потому что в тот момент, когда были отрезаны линии снабжения, обороняться стало намного, намного сложнее. Да, и Украина там боролась практически до последнего. Были городские бои активные, были битвы за каждый квартал. И это привело к тому, что потери с обеих сторон были немаленькие, но с российской стороны, конечно, больше. Другое дело, что это были кашники, ну, то есть это Зеки, которых значит, Вагнер к себе завербовал, и российской стране, судя по всему, их особо было не жалко. То есть они даже не, рассматривают, не рассматривали их как потенциальную военную силу. Ну и чтобы это, знаете, 10 тысяч там слова, а чтобы вы увидели это воочию и оценили масштабы побоища, которые там происходят, хочу показать вам видео 47-й механизированной бригады, которую туда перебросили в поддержку нашим частям. И посмотрите, как выглядит ну, реальное побоище под авдеевкой Друзья, ну вот такая ситуация, это не значит, что ситуация там и для нас простая, отнюдь. Там мы держимся с очень большими усилиями, но держимся и перемалываем российские наступающие порядки. Что будет дальше, мы с вами увидим. Безусловно, Авдеевка имеет стратегическое значение и для России, я объяснил уже почему, ну и для нас, типа тем же самым причинам, из Авдеевки мы можем существенно усложнять любую логистику через Донецк, крупнейший контролируемый э, оккупированный Россией город, начиная с 2014 года. В этом стратегическое значение этого сражения. Поэтому, друзья, вы видите, что Россия продолжает кидать людей, не считаясь ни с какими потерями. И у нее в планах все осталось. И Харьков, и Киев, и Одесса. Поэтому наша с вами задача помогать Збройным силам Украины донатом, поддержкой, информационной поддержкой, всем, чем можем для того, чтобы остановить эту орду. Друзья, держим строй.